Последний поход в этом году. Александр работает, а я смотрю. Гнись. Будем брать. Все 4 дня долбить. Так, что там нашел? Продолжает опять тюкать со свежими силами. Сейчас пойдем помогать. О! Деда Вова завел костер. Хорошо бежит. Нам нужно снимать тут по яме, вот где Саша работает. Там вот эти вот выступы там. О, вот эти выступы ему сюда. Ну вот, пока все. Три полных. Три? Ну, можно 2,5. Не, ну столько серьезно, столько хватит? Ну еще раз так же. Ты че? Ну половинку. Ну я добавлю, если не хватит. Потому что нам... Нужна глюкоза сейчас. Не, ну глюкоза она важна в основном для умственной работы, нет? Для физической тоже? Наверное. Где-то читал трактат на то, что расщепляется про глюкозу. Блин, я забыл. Все забыл. Красота. Ой, сейчас горяченького чайку. Бутербродами. Ага, ну подошва вообще-то чувствуется. Да нет, нормально. У меня чувствуется, что прохладно. Обман. Ну конечно. Красота. Ага. Красота. Ну, ветер, ладно, без снега еще. Не вижу, правда, как меня снимают. Я вижу. Потому что на солнце. Ну вот так вот, если я развернусь. О! Саша будет у нас во всей красе. Встань туда. На фоне ямы я тебя сниму. Ну вот так. О! Одно лицо твое увидел пока. Поменьше. О, все, нашел. Красота. Какой сегодня у нас? 20. Не стоит числа, что ли? Да я без очков. Ну давай погадаем тогда. Ну ладно. В общем, октябрь к концу идет. Ну, 20-е какие-то числа. Надо мой топор. Где-то число 24-е, 25-е. И твой тесак сфотографировать. Блин, протерял где-то ножик классный. Вместе да. С ремнем. Куда делал? Классно. Да найдется он. У нас где-то, наверное. Жалко его? Жалко. Он такой больше штуки стоит сейчас. Саша опять приготовил чай. Вот. Хороший чай. Ой! Упал. Сейчас покажу, что он сделал. Что мы сделали. Вот в этой канаве я тут работаю. Если видно, тут вот система. 4 клина. 2 сверху и 6 клиньев. Вот хочу взять вот это вот все. А это Саша уже такую яму зашарашил. Вот. Он хочет поджилу
подойти на жилу с лежачего бока. Вот. Ногу сделано. Чем дальше, тем труднее. Вот это все убирать надо и заглубляться на 1,5-2. Вон он там кошварит. Посмотрите, как работает Александр Владимирович. Яма становится все больше и больше, все шире и шире, все глубже и глубже, все ближе к заноруше. Не по дням, а по часам. Не по дням, а по часам он придвигается к нему. Осталось всего 3 дня. Да, Саш? 4 осталось. До 4 уже я не считаю. 3 дня. Может, 5? Нет? Знаю. Так что вот. Видите? Искусство. Это искусство. Да, по таким-то штукам. Ну ладно, такие шняги хоть. Дальше он монолит пойдет. Нет, ну, 5 клиньев забил и никак не могу оторвать кусок. 6, почему 5-то дворяна? Где-то дятел стучит. Пойдем чай допьем и будем тоже работать. Ай, красота какая. Ай, красота. Дело идет к ночи. Саша, доложите, что вы сегодня сделали? Впустую проработал весь день. Почему впустую? Ну, потому что нахрена я делал то, что делал. Вот. Так, а я? Ну, ты не работал впустую, но тоже нифига не сделал. Вот, день прошел. Так, стало холодно. Не прохладно, ребята, а холодно. Почему впустую? Потому что идея, она была великолепная. Зайти с гнейса. Но мы почему-то решили зайти с секущей жилы. А она не разбирается. И сделали мы небольшой костер. Утром там будет тепло. Должно быть. Должно быть. Я выливаю всю эту бодягу. Ну, выливаю. Тут еще один костер. Это сахар. Сахар бы куда-нибудь. Он птички склюют, его надо как-то. Так вот я знаю, что склюют. Он в мешочек его положит. Чтобы инеем не хватануло. Крошки перевернись на. Так, ну что, одевайся. Давай. Одевайся. Хорошо пластает костер. Нормально греет. Пойдем домой. Руки не чувствуют ничего уже. Устали? Угу. День второй. О, Саша набирает воды из козлиной ямы, так называемый, там родник, для того, чтобы можно было нам чайку выпить, обед сделать. На обед не пойдем в целях экономии времени. День второй, многообещающий. Идем и боимся. Нет, не говорил, еще раз скажу. Да тут какая-то зверье повалилось. Животных домашних у Анатолия выщелкивать.
имеется в виду парнокопытных. Козла на днях загрызли. Да. Напрочь, там несколько ребер ему сломали, там брюшины и так далее. Орал, говорят, там полчаса благим матом. Вот, где-то вот тут, вот в этих местах на дороге. Непонятно кто, только рысь, да понятно. Непонятно кто, но рысь, так она вроде как бы ему ребра-то сломает. Ну. Лось есть, так опять же, почему так долго выл тогда? Лось, если копытом бьет, он сразу намертво валит. Медведь. Опять же, что-то медведям-то рановато здесь, наверное, еще появятся. Волчарам рано. Рано еще. Волчарам тоже рано. Хотя, может, и волчары. Вот. И сейчас они сами, говорит, далеко не ходят. Боятся. Боятся, не отходят. У нас нет вариантов. Но, так что зимой козла. Сейчас козла. А причем, главное, убирают козлов. Да, козлов убирают. Коз и козлят оставляют на зиму. Да. Так что, мужики, смотрите. Так. Посмотрим, что же здесь у нас. Опа. Ага. Почти все сгорело. Вот эти вот большие рядом бы лежали, тоже бы сгорели. Ну что, мелочь вся сгорела? Нет, вот это вот длинное бревно, половина его сгорела. Ну это можно будет, Саша, их сейчас выбросим, на вечер оставить. На следующую ночь запалим их. В 12 часов появился мусковит большими хлопьями. Видите, даже Саша не удержался. И с фотоаппаратом снимает эту красоту. Вот видите, что там делается. Вот этот камень. Куски мусковита, пачки мусковита. А около кувалды, вот за клином, вот видите, это хлопья мусковита. Ты как шпион там фотографируешь. Костер горит. Ой, полено красный. Расскажи, сын, что вы сегодня добились? Я ничего не добился, и ты пока ничего не добился. За исключением, правда, того, что вот пошел мусковит большими хлопьями. Красиво, я вот сейчас только что осмотрел тебя. Красота. Просто легение. Вот. Папа решил с гнейсой идти все-таки. Начал зарубаться. Посмотрим, чем это все у него закончится. Я прекратил, там стена рухнет. Она затрещала, и я прекратил. Тебе столько хватит или еще? Мне еще половинку. О! Две столовых ложки. Ты не клал еще туда сахар? Нет, еще не клал. Хорошо. Но сегодня неуютно без солнышка, прохладно. Сегодня ветер. Ветер. Холодный. Холодный.
заварилась? Ваша? Наверное. Доширака. Наверное. О, у нас еще вот что. Яблоки есть еще. На закуску. Закуску. Ну ладно, будем кушать. Только так. Какие камни он выворачивает? О! Ладно, будем готовить дрова для ночного костра. Видите, когда пташа работает. Тут все шумит, ветер. Температуру обещаюсь, мат. А потом уходит. А у меня просто обычно год, когда температуры нет. Если температура, она не появляется. А если температуры нет, она вот туда уходит, вся в губу, да? Герпес. Да? Ты снимаешь. Ну что, видно что ли что? Да лендскап сначала. Ну-ка, его видно, но там, наверное, не будет видно. Его, наверное, не будет видно. А я бутылку, да, кого-то было. Я специально так языком заткнул. Все, фонарик один видно. День третий. Нифига себе. Ну. Даже это сгорело, уголь. Кто? Все пеньки, кроме одного. Да, ну пеньки они смолевые, поэтому они, конечно, распластали. А вот эта, она сыровата, наверное, была. А может, так лежала. Еще одна такая сырая была. Да, вообще-то из трех одна сгорела, большая. Сейчас камни должны быть, во-первых, теплые, а во-вторых, отожженные. Да, ее надо было на середину вот эту бросить. Да нет, она не горела, она бы иначе. Ух ты! А тут осыпается, осторожно, вот здесь. Горячая? Хорошо теплое. Вот это надо выкинуть и вперед. Ладно, пойдем положим. Надо заснять, как Саша чай делает. Да слушай, у нас не чип, я с тобой, по-моему, на прям. Черт с ним. Заноруша нет, так хоть. Мы раз в день как работаем. Ну, тоже верно. И что ты скажешь на сей раз? Ничего не скажу. Даже говорить не хочется. Ну как, успехи? Ну тогда выходи, я буду дальше долбиться. Чего время-то терять? Пора уже обедать. Что ты говоришь? Это первая удача за эти дни. Расколотый кристалл. Дымчак это, наверное? Это, наверное, дымчак, только он поколотый. Вот здесь вот, то есть по грани он получается где-то сантиметра 2,5 по одной, вот по ширине. Причем здоровенный кристалл. Причем таких, очень большой кристалл. Таких мы не находили. Вот жили, мы не находили таких кристаллов, да. Да. Может быть, это уже... Это прямиком под мусковитом было. Да. Может, это из-за нор уже. Давай, Саш, поговорим.
И вон маленький еще. Вот этот. Это кварц. Посмотри, там три грани. Нет. Нет. Нет, жаль. А, слушай, где царапка? У нас и наверху царапка. А если какая, о двух концах? Нет, одно, одна конечно.